На сегодня, 15 июля, в Карачаево-Черкесии уже 77 756 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса. Активно идет вакцинация и вторым компонентом прививки. Мы тоже сегодня получили свою, еще одну дозу вакцины. Наш репортаж из поликлиники Черкесска. Второй компонент вакцины дают в новом корпусе поликлиники на втором этаже. В день сюда приходит более 100 человек. К концу дня народу поменьше, поэтому ожидание в очереди не более 10 минут. У меня антител было ноль. Ну да. Прививку от гриппа. Никогда не делал. Нет, да. Аллергии? Нету ни на что. Сегодня допуск к вакцинации дает доктор Фатима Ижаева. А вы сами прививку делали? Да. А какую? Спутник, конечно. Тоже спутник? Я же в возрасте. Ну, вы, в смысле, хорошо выглядите. Ну, да, 65 лет. Хорошо. Ой, машаллах. Доктор советует после вакцинации не ходить в баню и сауну, а в ванной не злоупотреблять мочалкой и воздержаться от праздничных застолий. Алкоголь не пить. А сколько вообще можно не пить после прививки? А вообще желательно 3 недели не принимать, пока антитела не выработаете. От Фатимы Ижаевой идем к Фатиме Шаковой. Вот она набирает в шприц вакцину «Спутник» и легким движением делает прививку. Все? Через 2 недели в госуслугах сформируется сертификат о вакцинации. И с этим документом можно поехать на курорты. Руслан Куркмазов и Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия.